Не менее 13 человек стали жертвами пожара, который разгорелся в трех смежных ночных клубах на юго-востоке Испании. Смертоносный инцидент произошел в окрестностях Мурсии. Есть пропавшие без вести. Спасатели пытаются их найти. Думаю, мы выбежали из клуба где-то за 30 секунд или минуту до того, как сработала сигнализация и полностью погас свет. Кто-то кричал, что там пожар. Я оказался в месте, откуда смог выбраться. Но пятеро моих родственников и двое друзей пропали без вести. Причина пожара пока не ясна. Известно, что он вспыхнул около 6 утра. В клубах было сразу несколько вечеринок по случаю дней рождения. Следователи не могут попасть на место из-за высокой температуры и опасности обрушения. Троих из 13 погибших смогли идентифицировать по отпечаткам пальцев. Остальных придется распознавать по тестам ДНК. Мэр Мурсии объявил трехдневный траур по погибшим. Он обещает найти виновных и призвать их к ответственности.